мы в снежной долине. Еще раз, да. Снежная долина. Вот пчелку нужно в угол забить. Давай, давай, за нами, пчелочка. Пчелочка, давай, за барином. Давай. Сыпа, 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 сыпа. Гули, 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 гули. Гули, кис, 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 кис. Кицу, 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 кицу. Кицу, кицу. 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 Ой, кица, ты еще и кусаешься, царапаешься, кицка. Конечно. Давай-ка, киси, 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 киси. Давай-ка, гуси, гуси, гули, 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 гули. Иди за нами, гули, подожди. Вот. О, вы взяли ее, мы ее взяли. Ура! Вот, смотри, да куда ты в угол? Она считает себя виноватой, да. Посмотри, она в углу. А, видимо, за то, что мы, она на нас нападает. Да, 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 вот она сейчас поняла свою вину, потому что да. Зачем нападать на Мишку? Вы же добрый. Мне ее даже немножко теперь жалко. Теперь мне жалко, зря ты в угол, конечно, забилась, но... Да. Ну, что ж делать, такова судьба. Бедненькая пчелочка. Ну, ничего, ладно, хватит. Жалко, 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 жалко у пчелки. Да. Что мы сейчас будем? Что ты сейчас хочешь такое хитрое сделать с пчелочкой? Вот, смотрите, запрыгиваем сюда. Угу, угу. Запрыгиваем. И с третьей попытки запрыгиваем. И смотрите внимательно. И там внизу пчелка. И вот это кабум. И пчелки уже и нет. Все, да. Пчелки уже ничего. Их же все равно этой пчелке. Все. Ага. Все. Так, отлично. Так, ну что ж, так, вот тут у нас пингвин. Давай запишем. О, нет, нет, нет. Давайте за жизнью, давайте за жизнью. Это же не один пингвин, тут их много пингвинов. Конечно, много. Ну, а эти хорошие такие, стоят спокойненько, никуда не бегут, не рычат. Ну и слава богу. Не нападают. А тот, это ключик, да, взял или что это такое? Взял стрелочку. Да. А, или это не ключик? Или... Вот он. Вот он где. Вот так. Он. И... Так, он лежит, нападает. Смотрите. Он зарезался, вы видели? Ужас, ужас. Ура! Так, ну что ж, здравствуйте, здравствуйте, оленята, верблюжата. Они все собрались. И все куда-то. Как ты их хитро-хитро. Смотрите, какой этот быстрый, красный, смотрите, он делает как быстро круг. Ой, а что с ним? Он не ожидал, он попал в какое-то непонятное место. Да. Пиявкам к этим. Просто я это... Теперь как сумасшедший. Посмотрите на красного! Как будто за ускоренная съемка, да? Да. Ой, вообще... Просто я его один раз ударила, и он стал еще более злым. Да. Ну, посмотрите на них, и главное, они будут идти за мной, не бойся! Смотри, смотри, как они близко, они себя достать не могут. Нет. Ужас какой! Так, ну что же, следующие... Приколики будут сейчас, скоро. Главное, не торопиться. Да, спокойно. Идти спокойно. Спокойно. Так, так. Главное, не удариться. Ура! Получилось! Ура! Так, куда ты? Так, сейчас? У нас две жизни, это и хорошо. Так, так. Ой, смотрите, да король. Ой, это же этот лось этот огромный. Боже мой. О, пингвин у тебя он, почти. Он не слетел, нет, нет, нет. Мы даже не увидели. Так, так, короля нам как убить? Я все понял. Вот так вот его убьем. А он нам мешает, да, сейчас? Да, очень мешает. Вот, угу. Смотрите, как. Бум! Главное, по короне. По короне попал. Он почти ударился. По короне ты попал и... Давай! Ну, вы посмотрите на него. Полетели, полетели. Вы посмотрите, вот сейчас видите, его прибило вот там. Да, видим, видим. Так, над оленями мы будем издеваться. Бедные олени. Ну, они злые, ну что делать, злые. Не надо к нам было так зло. Видите? Да. Видите? Так, а теперь над следующим. Так, теперь над следующим. Что делать, интересно? Ну-ка. Опять бежит. И что? Почти. Ой, как он мелкий вообще, да? Не-не-не-не-не-не-не! Красота.
Ну, вы видели, как тот олень упал? Знаете, где тот красный олень? Вот красный. Он! Вот он, это которого мы столкнули с вершины горы. Он красный, кстати. Потому что мы его ударили. А, серьезно? Ну что ж, друзья, мы сделали все приколы в Снежной долине. Так, ну что ж, мы в черепашьей деревне. Так. Вот так, давайте пчелку сначала убьем. Так, пока, пчелка. А вот сейчас... Зайчик-попрыгайчик. Мы тебя в колодец только заманим. Так, пиф-паф, ой-ой-ой. Умирает зайчик мой. Вдруг барин выбегает. И прямо в зайца не стреляет. Ни пиф, вот. Ни паф. Ни ой-ой-ой. А только лишь в колодец падает зайчик. Нет, нет, не падает в колодец. Но его можно туда заманить. Можно, да, попробуем. Давай, зайчик, давай. Зайчик-чемоданчик такой, да, чудный зайчик. Ну-ка, нет. Ну ладно, ничего. Давай, зайчишка, давай. Нет! А может быть, там тоже как-то подпрыгнуть там надо рядышком? Я не знаю даже как. Давай! Что там будет давай. В колодце? Черепаха-голем. И я буду сражаться и с зайцем, и с черепахой-голем. Ой, нет, такое нам не надо. Да нет, это будет очень легко. Ну, лучше, ну, сейчас другая задачка, да? Сейчас задачка, чтобы только зайчик. Так, ну что же, следующие приколы находятся вот здесь. Заяц-вода называется. Так, и где зайчик? Зайчик будет плавать, да? Поплыли, зайчишка! Ура! Два поплыли! Ну и последний прикол в черепашьей деревне с черепахами злыми. Да, ну, потому что на добрый миг смысл, да, как бы? Не-не-не, на тобой мы... Не иди за мной в воду. Зайцы утонули? Нельзя идти, мы над тобой должны в другом месте издеваться. О, давайте тогда над этим... Вторая пошла. Молодцы. Пойдемте. Домики черепашки. Ну, да что тут чудно вообще. Да. Ну, как красиво. Все зелененькое такое. Медочек разлитый тут. Да. Ядовитый. Так. Так. Давайте, черепашки, вы умеете плавать. Ага. Вы можете спокойно. Они правда умеют? Ага, умеют, в кавычках. Ну, сейчас они куда-то там, да, не туда поплыли, куда хотели, скажем так, да? Вот, а сейчас мы сделаем... Что, фарш? Да, фарш, черепаший фарш. Боже, котлетка из черепах. Ну, черепах вот едят. О нет, ну, та в люке застряла. Ужас, придется и заодно делать. В люке застряла? Да. Так, над тобой издеваться будем. Я здесь. Неплохо! Твоя черепашка, ты что, не видишь, куда идешь, что ли, совсем? Ну что ж, поехали! Плохая.